Итак, всем привет, вы на канале «С вами Разный», и это у нас наш русский водила 3, и сегодня у нас путь лежит на Омск. Так что поедем нам на Омск без всяких лишних. Так, подожди, давай-ка сразу первую подоткнем, чтобы мы не стояли, не застряли, назад не скатывались, чтобы все было нормально. Так, ну чё, поехали. Потихонечку поедем, да? Так, ага, все хорошо. Локация, в принципе, у нас, ну, плюс-минус та же самая. Ух ты ж. Ну-ка, подожди. А это что у нас там за черное что-то? Так, мы скатываемся назад, нам это не нравится. Так, со второй стартуем. В принципе, хорошо. Гляньте, уже появились у нас какие-то горы. Какие-то более-менее плюс-минус нормальные дороги. Как-никак, да? В конце концов. Так. Так, давайте-ка третью подрубим. Нас немножечко сцепу рвет. Потому что мы рвем с места. Томская область. Мы едем сейчас по Томской области, получается, да? Но мы едем в Омск. Так, у нас там встречечка есть, да? Так что давайте-ка сначала подождем. Посмотрим, есть ли еще там встречка. Нет, вроде бы нету, так что берем на обгон. И я вижу по курсу, у нас какой-то есть автосалон. Это уже хорошо. Кстати, может быть два даже. Так, это мы куда едем? Это садовый, что-то там садовый какой-то. Какой-то садовый, короче, да? Ну, ладно, садовый. Так, а где у нас тут заезд? Вопрос. Вот он, да, у нас заезд. Хорошо. Ну и тогда заезжаем, давайте-ка. Так, ну, подожди, а где подарки-то? На какой стадии будут подарки? Так, у нас-то гоночная подвеска и также коробка ГБЦ. А, доработка ГБЦ. Коробка. Опять коробка, блин. А гоночная подвеска это что, я извиняюсь? Ну, блин, давайте. Это мы становимся ниже, да? У нас падает подвеска, я так понимаю, да? Так. Ну-ка, а как посмотреть-то можно бы? Можно это как-нибудь глянуть? Так, давайте-ка это... Ну да, она ниже стала, намного ниже причем. Но нам это не надо. Поэтому давайте мы оставим то же самое и поставим только одну доработку. ГБЦ. Так, давайте камеру вернем обратно в салон. И все, выезжаем. Потому что мы, в принципе, и без гоночной подвески кое-как тут ездим. Никак не можем выехать. Ну ты серьезно, ё-моё. Выезжай уже давай, в конце концов. Хорошо, давайте по-другому сделаем. Не, он никак не может выехать. Никак она у нас не выезжает, но хотя более-менее что-то там тянется, что-то выезжает. Кое-как. Потихоньку прям вообще. Вот, все, мы выехали. Сцепу поймали. Так что, я думаю, поедем дальше. А тут больше, в принципе, ничего нету. Ну, нет, там только машины остались всякие свальные. Так что, в принципе, ничего больше нету. Поедем дальше, значит. А что это остановилось? Что случилось? Что-то у него случилось. Так, давайте-ка мы, наверное, подрубим фары наши. Блин. Вот так, дальний свет. Река у нас Оби. Это уже где-то близко. Мост такой хороший. Такая река, столбы, стоят фонарики. Вот это прям, да. Это атмосфера, вот честное слово. Вот кто бы что ни говорил, но это атмосфера. Так, нас начало трясти, конечно же. Мы как будто едем, знаете, по множеству лежачим полицейским.
Так, и у нас уже, конечно же, начался рассвет, да? Пошел у нас восход. Чё нас так затрепало, блядь? Хватит. Харе трепать. Честное слово. Так, встречка, да, ну все, ладно, мы с ней разъехались. Ничего у нас не случилось, ничего страшного. Под 119, на третьем мы едем, вроде бы нормально. Вроде пока не улетели, пока не улетаем, пока еще все более-менее подходит. Так, давайте-ка мы снизим потихонечку скорость. Какая-то у нас река. Это у нас река Иртыш. Точно такая же, какая и была в первой и во второй части. Точно такая же река у нас, Иртыш. Так, ну да, у нас, в принципе, уже тут рассвет полным ходом пошел. Так, стой, 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 стой. Ну нет, ну не съезжай, так ну блин. Вот все, спасибо. Я просто хотел выключить свет, вот все. Вот, конечно, плохо здесь сделаны элементы управления. Вот в данный момент светом вот этим, камерой, да. Какой-то там, получается, ручник еще вроде стоит. Плохо оно сделано, то что оно сделано наверху, потому что ты вроде тянешься вверх, а у тебя тут же машина сворачивает вон на правый бок. Это, конечно, сделано, ну, плохо. Ну и что это? Давай, ну, хорош. Все, потопотало и хватит. Поехали дальше. Так, там у нас встречки нету, сможем мы объехать этот пазик? Да, смогли. Отлично. Так, так, так. Там встречка, вот, блин. Плохо, конечно. Так, там у нас вроде бы никого нету. Так что давайте-ка пока обгоним их. Пока никого нету. И что-то у нас там... Ух, у нас там темнота пошла. Кромешная тьма. Капец, блин, вот это да. Вот это... Разработчики доделали карту. Это называется вот... Мы ее доделали. А что там доделали? Куда? Кому? Так, и мы, кстати, приехали уже в Омск. Так что все, в принципе, на этом будем на сегодня заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, писать комментарии. Кому интересны донаты, ссылочка на донат в описании этого и любого другого ролика. Все, всем пока.